Дамаджоба. Дамаджоба. Мы в Кабулете. Да, мы прибыли в город Кабулете. Мы ненадолго решили здесь пожить. Да. Вернее, так получилось. Вот. Это да, хотим показать вам сразу такие вот флаги характерные. Да, ну, вообще здесь очень такая спокойная обстановка мирная, такие домики. Вот. Кабулете. Все цветет, такое время замечательное, очень красивое время. Здесь вот уголок тоже, он понравился. Часовенка. Вот другая улица, вторая улица Кабулете. Расставали, а это мы не знаем, как называется. Тоже да, отели. Больше, наверное, отелей, потому что ближе к морю. Да, да. И вот тут даже бамбуковую рощу обнаружили. Вот. Апотека. Апотека. Вон, Вера шишку у нас обнаружила. Огромную, да. Здесь вон они валяются. Да, да, здесь ты, посмотри, какие сосны здесь. Высоченные. Очень высокие сосны. И бамбук рядом. Рядом сосны и бамбук. Да. Интересное место. А вот и море. Кабулете, это, конечно, море. Конечно. Тут тоже набережная. Бегают люди, спортом занимаются. Погода располагает. Да, благо погода. Очень хорошая. Не холодно, не жарко. Идеально. Да. Правда, какие-то руины там достроены. Знание, ну это не важно. Важно море. Мы к нему выходим. Вау, как здесь классно. Слушайте, набережная. Ой, какая замечательная. Такой неожиданный пляж. Темный песок. Бескрайнее море. Тут собаки тоже бегают, пасутся. Привет. Море пока что холодное. На самом деле это первый теплый день на этой неделе. Тут неделю холодная, потом по выходным вдруг теплышко. Там где-то Батуми, в Кабулете 27, нам сказали, километров в Батуми. Тут набережная такая длинная, набережная. Кстати, это самое заброшенное здание. Да, люди поднимаются. Говорят, вид хороший оттуда. Такое Кабулете. Ну что, холодная, Эр, вода? Вот так поднимаешься, а здесь парк аттракционов. Да. Переход. Так что сюда пришли прямо по этому по песку. Да, здесь классно. Да, вон. Воскресенье, многие отдыхают. Ага. Ну, многие это
громко сказано, здесь сейчас пока довольно тихо, спокойно, хотя в воскресенье. Не, ну кто хочет, кто давайте. Еще одна заброшка. На этот раз наше внимание привлекло растительность это вокруг здания. Вообще весь погружен в зелень. Конечно, вид довольно унылый, но вот эта зелень буквально съедает этот дом. Вот так мы вышли в центральный парк Кабулетти. Здесь очень симпатично. Да. Мозаика из... Да. Какая-то неопознанная. Это кракен, это без сомнения кракен. Не так я его и представлял. Собрание рыб в центральном парке города Кабулетти. Конечно, розы, розовые деревья. Все в цвету. Здесь очень оригинальные фонари. Вечером здесь красиво снимать. Все. Все же во многом Кабулетти это вот такой район с домиками маленькими, большими. Вообще он очень разный, как всегда, но здесь больше чувствуется какая-то курортная атмосфера. Больше отелей, мини-отелей, гестхаус. Мы уже вернулись с прогулки, да, в наш уютный номер. Записываем уже дома. Да, да. В нашем новом временном домике. Да. Прогулка была замечательной, очень хорошей. Да, ну что вам понравилось-то больше всего на свете? Сам город очень интересный. Да, интересно то, что город маленький, и но как-то как будто все люди знают, что мы. Приехали местные. Оттуда, да, что мы не... Да, кстати, многие у нас очень... спрашивали. Да, даже спрашивали. Да. Что то вы, есть... откуда вы похожи там на вот этих, на эту нацию. Очень было забавно. Никто не угадал, да? Никто не угадал, нет. Ну, в общем, вот так. Да. И было очень даже... Да, дело в том, что мы сами долгое время жили в маленьком городке и... Ну, примерно понимаем. Знакомая ситуация. Да, знакомая ситуация. Да. Нас тут встретили хорошо, тут проводили, показали, где можно купить хачапури, которые мы тут полюбили в Грузии. Да. Такая шикарная пекарня. Там не только хачапури, там разнообразные пироженки, торты большие, кремовые с клубникой. И не только. В общем, мы очень так... Ну, а тебе, Вер, получили эстетическое чуть-чуть удовольствие. Ты скажешь. Сам город очень понравился. Домики вот эти красивые с балкончиками, двухэтажные. Все очень-очень уютно. Повсюду розовые деревья. Да, розы. Они в Батуми были, но здесь тоже. Очень красиво. И тоже эти товарищи, которые бегают вдоль набережной. Ну, да, ну, это мы... То есть это тоже очень классно. И они тоже были в Батуми. Это тоже приятно видеть их здесь. Ну ладно, так вот так вот... мы познакомились с городом Кабулетти. Да, мы здесь еще поживем немножко, чуть-чуть. И поедем обратно в Батуми. Да, так что вот так. Надеемся, что вам понравилась наша прогулка. Оставайтесь с нами. Пока-пока.